Итак, друзья, привет! Наконец-то я приобрел себе грязевую МТ-резину. Эта резина в России пока неизвестна. Ну, очень мало про нее информации, даже вот будете искать. Очень мало информации. Итак, смотрите. Вот такой формат резины. Вот давайте отсюда. Вот, смотрите, у меня стоит 215-65-16. Это липучка Nokia NRS. И вот самая грязевая резина. Тоже в размере именно 215-65-16. Вот так она выглядит. МТ. Вот с такой надписью интересной. Вот такой протектор. Вот, давайте вот здесь посмотрите, вот так примерно будет выглядеть. Вот такой протектор. Такая резина. Долго искал. И вот именно почти в родном размере 215-65-16 нашел. Сейчас едем переобуваться. Посмотрим, как она балансируется. Ну а в дальнейшем буду рассказывать, шумит она, не шумит. Именно хочу сейчас. Вот именно сейчас поменять, покататься немножко по снегу, посмотреть. Поехали в шиномонтаж. Ребят, сняли колесо в сборе. Смотрите вес колеса. 19800. Сейчас обуем в грязевую, тоже принесем, взвесим и посмотрим, какой вес будет в грязевой. Такого грубого колеса, да, смотри, достаточно ровно. Машине. Вообще ровненько. Согласен, ровненько прям. Ну вот градиент такого не добьешься. Нет, на градианте бесполезно. Ну и что? Ну и дисбаланс. Смотри, 10-35. Так, друзья, прицепили грузики. Еще раз смотрим на колесо. Вот внешне прям вообще ровненько. С учетом того, что МТ резина. Смотрим по нолям. МТ резину на диск взвешиваем. 22 400, и того тяжелее получается липучки на 3 килограмма. Так, ребят, ну смотрите, собрали. Вот Виктор не даст вам соврать, то что резина ровная, ведь вот относительно градианта для китайской резины более чем. Да, вот ровно прям крутится, ровно собирается, небольшой дисбаланс. Посмотрим, что будет на ходу. Ну да, интересно, конечно, будет покататься. Еще интересно, она будет ли по асфальту сильно гудеть. Ну, по соотношению с градиантом, опять же, да, если сравнить. Ну, так на ощупь она, конечно, помягче. Очень интересно. Ну, и вот так вот будет смотреться на машине. Ну, я думаю, прикольненько. Задевать не должны. Ну, да. Самое интересное то, что размер, который я искал, 215-65. И на родные диски 16 вот так вот встало. Ну, и с протектором хорошим. Поставили третий баллон. Посмотреть, вот специально вам покажу. Еще этикетку не оторвали. Вот, смотрите. Ровненько. 15 на 30, показывает. Вот с таким грубым протектором. Без грузиков. Без грузиков. Поставили мы 4 баллона, собрали. Как оно смотрится? Вот так примерно. Ну, мне кажется, ну, пошире. Но это визуально, конечно, не знаем точно. Вот такой видок. Так, перед. Вот, смотрите. Задние. Давайте обойдем, посмотрим. Так, здесь. Ну, прямо они по крылу, наверное, да? Так. Ну, смотрится, конечно, прикольно. Агрессивно. Ну, не знаю. Сейчас поеду, покатаюсь, посмотрю, как это все будет выглядеть. Ну, конечно, сейчас нужно думать о том, что сейчас скользко, лед. Естественно, скорость надо ниже пособлюдать. Вот. Сейчас пойду прокатнусь, расскажу вам первое впечатление о шуме, насколько
она шумнее липучки, или насколько она шумнее кардиант оффроуда, на который я катался. Я брал у человека, катался до этого. Эта резина, внешне она мягче, и, возможно, она не будет так сильно шуметь. Ребята, приезжайте в шиномонтаж, вот просторно 11. Приходите, вот смотрите, тут наши наклеечки есть. От меня привет передавайте. Все, погнали испытывать. Итак, первый выезд. Выехал на асфальт. Вот 80 км в час. Руль стоит ровно. Я боялся, конечно, что будет вибрация. Вот я реально боялся. Думаю, блин, ну грязевая резина не может быть настолько идеальной, настолько хорошего качества. Думал, что будет все греметь, как на кардианте оффроуде я катался. Мне не понравилось. И когда переобувался я, тоже мысли такие были. Думаю, сейчас поставлю и буду плакать. Потому что эту резину я, ну, как бы хотел одеть на постоянку. То есть вот весной кататься там, ну, возможно, и летом. Потому что постоянно переобувать, ну, смысла сами понимаете, что нету. Итак, давайте прокатнемся. Вот спидометр, пятая передача. Сейчас чуть прибавим, пока есть возможность. 90. Какой-то либо вибрации в машине дополнительно я бы не сказал, что прям так глобально нету. Но нет возможности разогнаться здесь. Вот. Буквально первые километров два, которых я проехал, мне пока нравится эта резина. Даже на сбросе гул я не слышу. Эта резина. Держит ли дорогу. Вот. Ну что, первое впечатление у меня положительное. Сейчас давайте вам немножко расскажу, где эта резина делается. И в комментариях под видео оставлю ссылочку, по которой можете пройти, посмотреть, выбрать себе резину и также заказать. Мне резина пришла за 2 недели с Владивостока. Конечно, изначально, когда я с ними списался, созвонился, и то, что нужно было оплату 100% сразу перевести, меня это смущало. Во-первых, кому переводить? Какая-то неизвестная контора, фирма какая-то неизвестная. Ну, я оплатил, резина пришла, вот она стоит, как бы все без обмана. Эти ребята, они официальные дилеры завода. Итак, вот я зашел к ним на страничку, называется Ханканг. Ссылочки будут в описании, переходите, смотрите. FT9215-6516. Индекс нагрузки 109 идет. Вот ценник, 8100 стоит. Смотрите, описание шина. Уникальные добавки в резиновую смесь позволяют увеличить пятно контакта шин FT9. Сцепные характеристики и износостойкость протектора. Усиленный корд и специальная конструкция каркаса повышает надежность и долговечность шины. Оптимально смоделированное расположение канавок различной глубины повышает сцепление и уменьшает шум шин при движении. Мы сейчас с вами прокатнулись. Убедились в этом, да? Модель FT9 имеет отличные эксплуатационные характеристики. Повышенную самоочищаемость, проходимость, управляемость и маневренность. И пользуется огромной популярностью среди любителей езды по бездорожью. Вот смотрите, трехслойная боковая шина. Вот именно вот эта FT9 идет трехслойная боковая шина, обеспечивающая дополнительную прочность шины, а также защиту от повреждений и проколов. На данный момент только 4 размера данной модели имеют трехслойную боковую стенку. Ну, вот так это выглядит. Можете меня поздравить с приобретением новой грязевой резины.
как видели, когда мы резину бортировали, да, и до того, как одевали грузики, я вам показал, что резина прям как струна, ровненькая, да. На моем примере, который резину я одевал, что я заказывал там с других сайтов, резина обычно какая-то кривая идет. И эта резина относительно прям идеально ровненько. Вес колеса в сборе липучка, которая была одета на этих дисках Nokian RS2, да, 18, сколько там, с половиной килограмм. И одели эту грязевую резину мы с вами, 22 килограмма, там примерно разница там 3 или 4 килограмма, да. Это, я считаю, незначительно для такой резины. Покатал сейчас по снегу. Вот, ну, не сказать, что мне сказали, что она будет там очень скользкая, что там гололед и прочее. Но я вот сейчас покатался специально. Зацеп есть. И неплохой зацеп, и по льду покатался, трогался, пробовал для интереса. Вот. Переходите по ссылочке. Под видео будет ссылочка. Посмотрите, выберите себе резину. Вот на своем примере. Это не реклама какой-то вот этой фирмы, да? Я заплатил свои кровные денежки, перечислил им. Вот, она мне пришла, поставил. Я вот на данный момент катаюсь. Просто на самом деле, что резины, ну, очень сложно у нас купить. Бы я в Гудриче покупать, ну, там и ценник совершенно другой. Это баллон получается 8 тысяч рублей. Ну, плюс доставка. Ну, где-то 8,5 тысяч получится за баллон. Ладно, следите, смотрите. Буду рассказывать про эту резину. Отдел, начало весны. Покатаемся, посмотрим. Мне самому интересно, понимаете? Вот мне самому просто интересно. Вот. Все, давайте. Пишите свои комментарии. Обязательно комментарии пишите. Что вы думаете про эту резину? Зайдите, посмотрите. Если понравится, приобретайте. Пониженная. Так, нет, блокироваться не буду. Давайте. Первая пониженная. Поехали. Резину не травил. Посмотрим, как мы здесь поедем. Так, давайте назад сдадим. Посмотрим, сколько снега. А вы знаете, на липучке у меня колеса начинали пробуксовывать. Так, что-то я уже не еду. Угу. Мне просто самому вот реально интересно, как же она... Потихонечку. Ну что, уже днищем, яблоком, конечно, я уже повис относительно. Еду специально потихонечку. Ну, как видите, впереди уже повис на защиту. Ну, гребет. Ого-го-го-го. Неплохо, неплохо. Это с учетом того, что, ну, плавненько я еду. То есть сильно не газую. Потихонечку пробиваю. Вот, вам прекрасно видно, что уже бампером толкаю снег. Просто упираюсь в него.
Блин, она совершенно по-другому, грязевая резина едет. То есть пробуксовал немножко колесо, зацеп какой-то появился, и мы с вами едем. Это я еще не блокировался, ребят, не блокировался. Но мне понравилось. Мне понравилось. Я доволен. Мне нравится резина. Смотрите, сейчас вот как машина идет в занос. Первое кольцо, смотрите. Дорогу держит отлично. Тормоза тоже есть. Все, я доволен, ребята. Доволен. Спасибо.